погрузчик. Сегодня мы ведем свой репортаж с поселка Утиген-Батыр. Перегоняем погрузчик FL-955. Это трехкубовая машина, 5 тонн грузоподъемность. Завод Фотон Лова расположен в городе Вайфан, провинция Шандонг. Это колыбель китайского машиностроения. Этот погрузчик является таким из, одним из флагманов продуктовой линейки этого завода. Завод совместно с Mercedes-Benz, работает там 15 человек, выпускает год 700 тысяч единиц техники, продают 123 страны мира, продают достаточно успешно, является одним из лидеров погрузчиков строения. Вот, и мы, и компания Eurasia Global, являемся их официальными дилерами на территории Республики Казахстан. Там снег не надо убирать, да? Я, он снег хочет укатать, наверное.